Начальник управления по делам семьи и детства Вера Нигинская доложила Сергею Сергееву, сколько в нашем городе очередников из числа детей-сирот. У нас состоит 152 гражданина на очередь на жилье. Из них 108 совершеннолетних и 44 ребенка. Квартирный вопрос этой категории жителей нашего края решается в рамках программы «Дети Кубани». Из краевого бюджета Анапе выделено 92 миллиона рублей. Соглашение уже подписано. Теперь не менее важная задача – провести конкурсные процедуры. Глава требует пошаговой проработки этого вопроса. Теперь я хотел бы услышать от вас, как мы реализовываем вот эти 92. То есть сроки и план мероприятий по каждому. Администрация Анапы выделила дополнительные средства на обеспечение жилыми квартирами детей-сирот. Три квартиры уже приобретены. Мы их приобрели для того, чтобы предоставить тоже детям-сиротам, но уже за наш счет. На что еще обратил внимание глава курорта, так это на активное участие в краевой программе. В наш город молодежь едет учиться, работать, остается на постоянное место жительства. На своих и чужих детей-сирот в Анапе не делят, но дополнительная поддержка краевых властей, безусловно, нужна.